Здравствуйте, туристы, экзорсисты. Конечно же, белуга. Очень много сейчас, в ближайшее время, будет каких-то ножей. В пути крайне-крайне интригующая посылка, где очень много всего такого прям дорогого, изысканного и так далее, и так далее. Но белуга, безусловно, это одно из самых интересных, что я видел за последнее время. Причем нож уже не самый новый, много где его вы могли видеть, много где его могли рассматривать, поэтому ничего страшного, это именно интересно в первую очередь мне. У меня такая есть вредная особенность, я делаю то, что мне нравится в первую очередь. Так вот, Beluga Petrified Fish, начну с клипсы, она здесь великолепная, 10 из 10. Добавить вообще нечего, даже надпись «Белуга», по сути. Человек из клуба поймет, ножеман поймет, что у вас на кармане прикольный нож компании Petrified Fish. Магл, человек, который не шарит в ножах, он подумает, что вы любите пить, например, «Белугу». А это, между прочим, не самый дешевый напиток. Ну ладно, в любом случае посадка на карман абсолютно глубокая, то есть рукоять не выпирает, вырез красивый, рукоять симметричная, не рукоять, прошу прощения, тут настрелялся немножко, клипса симметричная, лаконичная, шрифт не Times New Roman, без какой-то там, сами знаете, на что я сейчас намекнул, то есть вот без всякой вот такой вот шняги, действительно очень прикольная, замечательная клипса, в меру тугая. И микарточка здесь в меру шершавая. Микарта огонь, нож зашибись. В общем, здесь довольно легко будет делать какой-то обзор. Почему? Потому что действительно здесь в этом ноже все абсолютно прекрасно. Итак, с одним небольшим замечанием, о котором я сейчас скажу. Давайте вернемся к клипсе на секунду. Как видите, клипса у нас двухпозиционная, типа ап кончиком кверху переставляемая. Причем она заходит изнутри, видим вот здесь вот этот вот вырез. Прекрасный кусочек микартового бэкспейсера. За это отдельный плюс. За штиф для темляка еще один отдельный плюс. Здесь просто нож продуман. Вот-вот безупречно, да каждый какой-то своей вот этой вот мелочи на самом деле. И как вы видите, клипса у нас переставляемая именно таким образом, что мы ее вставляем изнутри. И вот эти вот два винта, которые совершенно не напрягают сейчас зрение, каким-то образом не парят, не кошмарят, они стоят и ждут своей, как говорится, очереди. То есть это очень здорово, что клипса именно таким вот образом продумана, что она не накладная. Здесь нет каких-то вырезов, каких-то пылесборников и так далее. Просто два аккуратных винтика. В этом плане очень суперски. Со спины и с кормы нож выглядит просто шикарнейшим образом. Именно за счет микартового бэкспейсера. Здесь немножечко у нас такие потерхости. Это буквально, я не знаю, ну даже не месяц, пару недель носки. И полностью все сгладится. Кстати говоря, те, кто видел этот нож в кухонном монологе, помыл, нормально там протер, то есть микарта пока что там от кухни, от какой-то первоначальной, не засралась. Beluga Petrified Fish. Дизайн на схорн, длина 212 мм, длина клинка 92 мм, ширина клинка 34 мм, толщина клинка 3,9 мм, финиш клинка Black Wash, вес 142 грамма, чуть-чуть потяжелее будет с G10. Вообще у Petrified Fish классный сайт. Он может быть не такой именно богатый, он может быть не такой какой-то там супер-дупер какой-то там разработанный, но там максимально ребята дают информацию о своих ножах, действительно максимальную, и все модели представлены и так далее. Сталька в данном случае К110 58 60 единиц по шкале Рокколо заявленная твердость, рукоять микарта, замок лайнер лок, механизм шарикоподшипник, или сейчас одну секунду, или же у вас вместе с привычной нам какой-то салфеточкой для протирки ножа в коробочке с надписью Petrified Fish идет в комплекте пара шайб и дополнительный комплект винтов, за что огромный респект и уважуха действительно компании. Почему? Потому что минули те времена, когда
подшипники были... Так, мне нужно выдохнуть, а то я кричу, как разведос просто. Когда подшипники были супер ноу-хау, и они были супер востребованы и так далее, и так далее. Народ довольно быстро накушался, понял как бы преимущество именно олдскульных каких-то вариантов. И поэтому очень здорово, что производитель за совершенно смешные деньги, о которых я чуть позже скажу, он нам дает возможность выбора. Хочешь подшипники, хочешь шайбы. Как говорится, нет препятствий патриотам. Итак, самое главное, внимание, барабанная дробь. На сайте pfedc.com этот нож стоит 47-49 баксов, в отличие, ну, в зависимости от того, какая комплектация. Меньше 50, сука, американских долларов. За такой нож это просто охренительно, это просто бомба, это просто действительно потрясающе. Почему? Потому что это реально вам дают за совершенно такие бюджетные алиэкспрессные деньги реально нож уровневый. Прямо он действительно уровневый. Пару слов, наверное, скажу про дизайнера этого ножа. На самом деле Носхорн, он очень толковый такой русскоязычный обзорщик, которого я не смотрю из идейных соображений. Потому что я категорически против пропаганды прямого копирования известных брендов. То есть, на самом деле, я, ну, скажем, насколько я вижу ситуацию, некоторое время назад контрафакт, он пропал с YouTube-канала и инсты Носхорн, но остался в ВК и в Телеге. То есть, все-таки, я знаю, и я понимаю, почему. Почему? Потому что обзоры прямых копий известных брендов, они дают просмотры, в любом случае они дают приток подписчиков на канал, в любом случае они дают именно развитие и так далее, и так далее. Но когда ты начинаешь делать какие-то шедевры, очень многие, и ты хочешь, чтобы твой нож развивался, очень многие, скажем так, инстанции, очень многие организации не станут с тобой связываться именно из-за того, что у тебя контрафакт на канале, потому что они не хотят каких-то в будущем проблем с правообладателями. Поэтому на YouTube-канале все это пропало, по крайней мере, насколько я вот буквально заглянул на секундочку, там посмотрел. Значит, в Инстаграме тоже, но в ВКонтакте и в Телеге по-прежнему все это цветет, как говорится, буйным пьяным цветом. При этом, во-первых, я, безусловно, копирование и распространение копирования, прямое копирование я осуждаю, но мои фрустрации на скорость полета пули не влияют, и Белуга, по сути, по факту, получилось действительно замечательным ножом, очень классным ножом. То есть здесь котлеты отдельно, мухи отдельно, в данном случае абсолютно. Потому что реально, ребята, это один из лучших китайцев по состоянию на сегодня. Вот сейчас у нас май 2022. По совокупности дизайна, качества сборки, материалов и цены. Это прямой конкурент, реальный конкурент таким монстрам, как, я не знаю, сейчас вот так на скидку, как Голиаф, например, или Конспиратор. Нож продуман буквально до мелочей, докопаться, если даже захотеть, просто не до чего. Единственное, не замечание, а наблюдение, что на таком здоровяке фронт-флиппер лично мне, может быть, не самое удобное. Я понимаю, что это модно и так далее. Мне фронт-флипперы пипец как нравятся. Но вот по моему указательному именно пальцу, как я люблю раскрывать, то у меня палец идет по слишком большому такому радиусу. То есть нож для фронт-флиппера может быть крупноват. И я люблю этот нож раскрывать именно вот таким вот образом, большим пальцем. Получается классно, но при раскрытии таком вот именно хулиганском большим пальцем у вас для того, чтобы привести нож в рабочее состояние, нужно все-таки потратить долю секунды. Поэтому обычный флиппер создал бы ненужный здесь подпальцевый упор. То есть я понимаю, что он бы противоречил философии данного ножа, если бы был бы обычный флиппер. Поэтому от обычного старперского шпинька в данном случае я бы не отказался. Но это, опять еще раз говорю, что это ни в коем случае не критика, это просто именно мое какое-то вот такое вот
личное мнение. Еще один момент, это то, что великолепнейший кухонный тест этого ножа с безупречной работой по продуктам показал, что узкие и глубокие вот эти вот долы требуют более частной, тщательной чистки, чем просто промыть там водой. То есть их действительно долы у меня забились, я не помню чем, мне пришлось потом их физически салфеткой протирать, вымывать, потому что они именно вот такие вот узкие и глубокие. Это опять же частность, а не критика. Во всем остальном этот нож идеален. И такие акценты, как реально классная, симметричная, глубокая, переставляемая клипса, шикарнейшая джинсовая микарта, микартовый же бэкспейсер, вот эта вот милеобразная дуга режущей кромки, показываю, что человек, который нарисовал этот шедевр, перенянькал реально в своих руках сотни ножей. То есть, действительно, вот это вот во всей совокупности всего в Белуге видно, что Носхорн, у него действительно реально, он очень много классных ножей подержал в руках для того, чтобы весь накопившийся опыт собрать вот таком вот замечательном. Я не знаю, я на самом деле... Я знаю, что есть мини-белуга, я написал ребятам в Petrified Fish о том, что неплохо было бы предложить Носхорну замутить белугу Fixit, будет еще одна бомба, они посмеялись, ответили, что белуга Fixit будет. То есть реально, если мы представим этот нож как Fixit, это что-то а-ля даже не полярный 2 от Златоуста Ир, это именно классический такой скандинав, понимаете, если взять немножко именно нескладную рукоять, чуть-чуть ее сделать более гладкой и так далее, то есть это вот формы прям классичные, при этом действительно невероятно резучие. Я вижу будущее, я понимаю, что К110, прямые спуски от обуха, отлично поработал по продуктам. Я понимаю, что, скорее всего, на улице вообще не будет никаких проблем. То есть здесь, несмотря на то, что идет вот такая вот именно дуга, что очень, ну, практически позволяет нам при отсутствии плавника задействовать практически 100% режущей кромки в какой-то работе, здесь действительно есть хороший участок для того, чтобы максимально близко молоточным хватом, я беру и нож встает в руку как родной, максимально близко к ладони что-то строгать, и это действительно будет реальный рабочий нож. С учетом того, что он складной, реальный рабочий нож, именно и в каких-то полевых, в каких-то аутдорных условиях. Молоточный хват у этого ножа именно вот как я и взял. По-скандинавски прямо палец висит у меня над режущей кромкой. Диагональный хват совершенно нормальный для пыряния. Здесь еще подстраховывает у нас большой палец насечкой подстрахован. И действительно, ну пускай не для пыряния, для какого-то ковыряния. Там, я не знаю, прошкурить, ошкурить. Здесь именно момент, насколько вы готовы засрать осево, если вы будете, например, там этим ножом там какую-то рыбу разделывать там, или еще что-то. Каждый решает сам для себя, насколько ему потом запариваться на чистку ножа. Обратный хват прямо бандитский, совершенно конкретный прям такой. То есть здесь нож, он прям действительно очень-очень ухватистый. Он реально очень классный. Кстати говоря, клипса, если вы захотите ее переставить, делайте это сразу. Почему? Потому что клипса так или иначе немножко вот здесь вот ходит. Если вам хочется сохранить прям красоту микарты, если вы левша, имеет смысл перекинуть абсолютно сразу. Так, лайнер у нас встает в начало пяты клинка. Все по красоте. В сложенном состоянии нож... Бить вообще никого не надо. И здесь, конечно, лучше вот таким вот образом, если вы держите нож, то, конечно, лучше спиной вперед, чтобы себе не сделать бабошку на пальцах. Причем фронт-флиппер, опять же, здесь именно дело в том, ребята, что я называю сам достаточно, ну, шутя, не грубо, вот такое раскрытие фронт-флиппера большим пальцем я называю достаточно таким лоховским, потому что реальный такой вот прям пацанское щелкание, это именно указательным пальцем. Но конкретно на белуге, у нас именно получается такое прям действительно классное раскрытие именно большим пальцем.
Практически неуловимый дроп. Повторюсь еще раз. Широчайшие души, дуга режущей кромки, прямые спуски от обуха дают нам просто безупречный рез. То есть здесь действительно это как в свое время сейчас вот Максейс раскачивают Голиафа. Я думаю, что Petrified Fish будут раскручивать Белугу еще до плюс бесконечности. То есть этот нож можно делать просто в какой-то бриллиантовой комплектации, где он все равно найдет своего почитателя. Он реально классный. Вот прям по-настоящему. Так, собственно говоря, Носхорн или Носорог у нас здесь приютился, значит, рядом с рукоятью. И PFP01, К110, все четко, Белуга на клипсе. То есть все очень лаконично. Разные варианты есть клинков, разные варианты рукоятей. Вот конкретно мне на обзор попалась практически одна из самых-самых прям нарядных. Потому что действительно нож прям такой, прям такой. Браво! Браво! Повторюсь еще раз. Petrified Fish сейчас каким-то правильным образом построили свою, именно построили свою, маркетинговую, какую-то свою именно дизайнерскую политику правильным образом. Судя по качеству всего, как нож летает, как отцентрован, какая заточка, как и все. То есть у них действительно шикарнейшая производственная база. И я думаю, что эта компания сейчас очень сильно даст просраться конкурентам ближайшим, потому что они все еще не зажратые, они все еще держат очень гуманный ценник. То есть как только будет расширение, понадобится ездить там на выставки и так далее, и так далее. Ребят, ловите момент. Через пару лет ножи этой компании будут существенно дороже. Я так прикидываю, процентов на 30 они все равно поднимутся в цене, вне зависимости от рыночных условий, именно потому что сама по себе компания пойдет в раскрутку, как говорится. Что дальше будет, посмотрим. Но то, что сейчас у них происходит, мне очень сильно нравится. Я вообще очень люблю, когда действительно прям вот выстреливает. Изначально они начинали как очень бюджетная контора с какими-то не самыми понятными дизайнами, и там и качество гуляло, и прочее, и прочее. И сейчас вот подсобрались, организовались, и уже дудухают по полной. То есть я понимаю, что не буду перечислять, чтобы создавать конфликт интересов, название ближайших китайских конкурентов компании Petrified Fish. Но я уверен, что там тоже не дураки сидят, и они понимают, что сейчас еще один свежий и очень серьезный игрок появился на поле. Все, спасибо за просмотр, всего доброго, пока, увидимся.